745 Sigma. Привод трехходовика стоит, Elbe. Ну тут сейчас, наверное, я не отсоединю, потому что уже просто скрутили. Да нет, по-моему. Ну если да, вынуть так-то можно. А скажите, а что за вентилятор здесь используется? Вентилятор стоит свой, но есть две модификации. Он поставляется либо с Фими Польска, либо вот в таком вот варианте. Мы его привезли для того, чтобы просто не быть никому на кого похожим в данной ситуации. А свой это чей? Словацкий. Словацкий. Это вообще Словакия. Словацкая сборка, но немецкий бренд, скажем так. То есть фирма сама зарегистрирована в Германии. Расскажите тогда отличие данного от этого. Скажем так, это эконом-класс? Это более эконом-класс, хотя бы в силу того, что мы перешли здесь на итальянский газовый клапан. Угу. Там клапан безродный, могу сказать так. Здесь панель управления аналогичная, да? Панель управления аналогичная, но есть нюансы. Там газовый клапан с электронной настройкой мощности, угу. Здесь механика. То есть вот стандартные две гайки, внешняя, внутренняя. Ну, понятно. А ну, панель управления позволяет вот данную настройку на этом клапане? Да, конечно. Ага. Они по умолчанию являются 24 киловаттами, а дальше, соответственно, вы уже пляшете отдельно по ГВС, отдельно по отоплению. Все модели с двумя теплообменниками? Да. Спасибо вам за рассказ.